Так, ребята, всем привет. Привет, давно привет. Не виделись. Я с Мишаней, возможно, вы помните его. Мы ходили в школу запрошенную, ну, давно уже, полгода или год назад, где-то так. Да, давненько был. Привел его к Зеленому театру. Он тут в Киеве уже 2 года, но ни разу не был в Зеленом театре. Не 2, 4. Два. И не был ни разу в нем. Хочу показать ему сейчас. И с вами, я давно вас не видел, буквально уже 6 месяцев не снимал видосики, так что... Ребята, наслаждайтесь, всем приятного просмотра. Ведет нас какое-то интересное место. Тарас говорит, что там хозяин Зеленого театра. Да, да, надо людей с ним поздороваться. Говорят даже, что он... В общем, братан, вот вход. Как тебе первые впечатления? Интересно очень. Будь осторожен, когда будешь спускаться, там лесенка почти что. Да, ничего, но я вижу, да, что там лестница такая себе... Не очень, или может даже вообще никакая. Да, никакая. Было никакая в последнее время. Последний раз, когда я был тут. Никакая. Что? Сейчас. А, ну ладно, я... Когда уходил, снимать. Вот, ребята, видите, как тут опасно? Тут уже нету абсолютно ступенек. Братан будет спускаться. А можешь посветить сюда? Ага. О, вот так, да, да, свети. Вот тут осторожно быть. Тут навалено, конечно. Вот это, видишь, отверстие для орудий уже. И оно стало на защиту уже Киева. Вот там сбоку спускайся. Понятно, почему тут пусто. Тут можно в эту подземку спуститься и употребить. Ну, это и, уже и... Или выпить. И хуй, или просто уединиться. Конечно. И хуй туда за тобой столько ему сырой полет. Конечно. Понимаешь? Да, братан. Ну, подожди, я еще вот это хочу. Давай. Нет, пересвети, я уже на тебе. Хватит. Хочу сказать, тут, ребята, не для высоких мест. Это место для тех, кто чуть-чуть поменьше, но точно не для меня. Хотя тут был много раз, в принципе. Но тут всегда что-то меняется, что-то новенькое появляется. Все это время. Тут главный зал. О, тут получше. Вон, видите, как он выглядит. Тут пентаграммы раньше тут не было, какая-то руна. Это тут главный зал. Рассмотрим тут все. Тут гарь, видите, темные потолки, тут что-то жгли, видимо. Спрятано. Это мусор. Дренажная система тут же рядом находится. Зеленый театр. Вот. Смотрим, что там. Дальше спустимся, посмотрим. Ну тут, в принципе, я тут был много раз. Представляю. Тут все. О, труба новая стоит. В принципе, такое вот все. Очень тут пахнет гарью. Тусят бомжи, бездомные всякие тут. Люди, так сказать, без... Что такое вот, ребятки? Сейчас... Капается. Да, это главный зал, видишь? Это, скорее всего, руна. Тут, ребята, дренажная система пошла.
ребята. Внешняя такая вот крепость тут была в полном же виде. Все хуже и хуже, но... Вот другая сторона этого места. Что-то мне казалось, что тут есть проход. Шмот. О, блин. Собака стелю. Это место чуть-чуть. Какие-то искатели тут чего-то искали, рыли. Все видно невооруженным глазом. Место хоть маленькое, но все-таки впечатляющее. Видите, вот там вообще входа не было, но его замуровали. С другой стороны, вход есть, но он плохой. А тут вообще он замурован. И могут быть там еще... сказать, летучие мыши. Видите, опасно здесь находиться. Место историческое, классное. Ух ты. Фу, где-то Миша надо его отыскать. Как впечатление, братан? Клево, интересно. Ага. Жалко, только у меня света так мало. Единственное, что запакостили мусором это место, но оно очень историческое. Я здесь с другой стороны на него посмотреть, спуститься. Огромнейшая крепость. Да, ребятки, давненько не сталкерил. Место хоть лайтовое, но и там четвертый раз. Да, да. Но все-таки заснял вам видосик. Фух. Огромные масштабы такие. Класс, и на Днепр. Тут еще куча, так сказать, дренажных систем рядом. Там вы видели, слышали, вода текет еще здесь. Вот. В одном из видосиков я ходил там. Вот оно как выглядит. Я, возможно, вставлю. Как я ходил единственный раз по дренажке. Вот. Такие вот дела, ребяточки. В общем, ребята, вот такой вот видос. Я просто сюда зашел посмотреть, как тут еще, но я тут не был уже года два. Братан, как тебе впечатление? Классно, мне понравилось. Да, пахнет сыростью, но сохранились старые арки и отверстия для оружия. Опасно просто тут идти. Ружницы, не знаю, как они называются. Ну да, 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 для орудия, да. Тут защита была как раз возле Днепра и защищались, конечно. Да. Там Печерская крепость, так сказать, будешь знать. И, в общем, такие вот дела, ребятки. Так что, надеюсь, следующий ролик выйдет очень скоро. Так что, ребята, до встречи.